Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о политике. Еще одна основа политической деятельности – это компромисс. Попытка продавить, протянуть, пробить, навязать собственное понимание жизни или свое правильное решение, возможно, приведет нас к тому, что мы достигнем нужных целей. Я часто встречался с тем, что те или иные люди в своем понимании, видении проблемы и путей выхода из нее были правы. Но когда они приступали к решению этих проблем, они продавливали свое решение, не считаясь с мнением других людей и достигая позитивных целей, они теряли взаимоотношения, по крайней мере, с некоторыми представителями сообщества. Так вот, когда мы с вами нацелены на то, чтобы выполнить или достичь только одной цели, выполнить только одну задачу, то тогда вот эти вот кавалерийские методы, когда мы продавливаем, пробиваем свои решения, оно оправдано. Но когда мы говорим о политическом процессе, когда мы говорим об управлении сообществом или обществом, мы говорим не о достижении одной цели, а мы говорим о сосуществовании, мы говорим о длительной жизни, в которой этих целей будет множество. И поэтому, когда мы приступаем к решению какой-то одной проблемы, мы четко должны понимать, что она не последняя. Дальше будет следующее. И для того, чтобы нам жить и достигать этих целей, нам нужно единство. И вот здесь на первое место выступает компромисс. То есть мы с вами пытаемся научиться как минимум выслушать и понять тех, кто с нами не согласен. И это, наверное, то, чего сегодня не хватает абсолютно всем политическим силам, я думаю, во всем мире. Стоит просто посмотреть на ту ругань, которая приходит в нашу жизнь в период политических дебатов во время выборов. Итак, компромисс. Способность и, самое главное, друзья, желание пойти на уступки ради достижения мира. Не компромисс с террористами, которые продавливают, кстати, свои решения, а компромисс с теми людьми, которые так же, как и ты, готов идти на компромисс. Вот тогда достигается некий консенсус. Вот тогда можно будет найти некое общее решение, которое удовлетворит большинство людей. Итак, любой политический процесс – в том числе основан на стремлении к компромиссу.